Всем привет! Сегодня я готовлю ленивый бисквит. Нам понадобится такая вот емкость, 5 яичек, 0,5 ванильного сахара, стакан муки, стакан сахара и вот такая емкость. Заранее я ее смазала лейкой. И вот такого, чем буду в этой емкости. Я вбиваю 5 яичек сюда же. Так. Высыпаем сюда же сахар весь. Сюда же 0,5 ванильного сахара. Так. Я где-то вот так положу, думаю, ничего. Вот. Так, и тем временем у меня духовочка разогревается где-то градусов 200-210. Как за это время я приготовлю этот... Все, вот это вот я вот взбиваю. Я вот взбила вот такое тесто. Мы постепенно при этом мы взбиваем это тесто, вводим муку по чуть-чуть, по чуть-чуть. Получилось, он как бы на густую сметану больше похож. И все это мы выливаем вот такую вот форму. Видите, получился красивый. Так, и тем временем я нарежу вот туда. Нарезала. И это все теперь буду аккуратненько вот так выкладывать в этот бисквит. Еще, конечно, можно отдельно без ничего, туда ничего не сыпать, никаких фруктов, ничего. Можно его испечь и отдельно сделать крем для него. А так как на ваше усмотрение, мне кажется, что так очень быстро и простенько будет, и вкусный такой ленивый бисквитик. Выложила себе красивенько. Теперь ставлю духовочку заранее разогретую. Я вам говорила уже 200-210 градусов на 30-35 минуточек. Получился, видите, красивенький такой. Сейчас я буду перекладывать в эту формочку. А украшать я буду вот такой вот сахарный. Вот такой. Я доложила его. Теперь посыпаю ее сахарной пудрой. Вот у меня получился красивый ленивый бисквит. Украшать можете чем угодно. Что у вас есть дома, то украшайте. Подходит и к чаю, неожиданным гостям. Очень быстро и простенько готов. Так что, девочки, подписывайтесь на меня, ставьте класс, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. А также, хотите меня больше видеть, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Пока-пока!